первый клиент зеркального лабиринта SkyMaze, открывшегося в Люберцах, который будет открыт через 2 дня, точнее. Пока что вот так вот погода нас не радует, но радует зеркальный лабиринт. Он прямо дает настроение. Так, ну что, вы одели перчатки? Давайте найти мага надо. Да, надо найти мага. Конечно, тупики, тут целое пространство. Надо же найти вход. Вот, неправильно уже идете. Видите, как вы? А уже заблудились. Подождите! Там маг. Надо его найти, загадать желание. Давайте. Маг, вон, только в отражение не войдите. Видишь, вот? Вот смелость куда-то ушла, где-то напряглись все, ребята. А что вы тогда? Да вот снова поворот. Вот вошли. Выйти еще сложнее, чем войти. 7 минут ходили, но нашли все-таки выход, да. А теперь самый главный молодец. Как ты себя чувствуешь? Супер! Это супер! Скажи, он растерялся. Скажи, а ты что так забоялся? Я? Да. Просто никого не видно. Главное, родителям что, понравилось? Да. Ну отлично. Приходите еще. Давайте.